Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у меня необычный день. Сегодня я хочу показать вам завершение моего огромного проекта, который назывался Family Look, где я собиралась связать одинаковые свитерочки, красивые скандинавские лапапейсы для моей внучечки, невесточки и для моего сына. Моя работа подошла к концу, и сегодня я покажу вам несколько фотографий и семейное небольшое фото и видео в этих свитерочках. Вот я постаралась разложить мои свитерочки. Конечно, они очень большие, за исключением маленького Милашиного. И вот так приблизительно вся семья наша будет выглядеть в своем интересном таком проекте Family Look. Папа свитерочек потемнее, он такой то ли зеленый, то ли синеватый, такой непонятной расцветочки свитер, но очень красивый. У мамы горчичный и вот такой топленого молока свитерок из настоящего мериноса для нашей милашечки. Вот такие свитера у нас получились. Вязались они у меня сверху, как вы помните. И я делала одинаковый рисуночек, только немножко раздвигала мои зигзаги для папы, мамы и уменьшала чуть-чуть для милаши. По низу я тоже пустила вот такое интересное обрамление из 2-3 зигзагов, чтобы тоже очень красиво смотрелось. И горловинку, низ, и рукавчики я все закрыла при помощи иголочки, чтобы все было хорошо надевалось и было эластично и красиво смотрелось. Вот такие свитерочки у меня, девочки, получились. Пишите в комментариях, вяжете ли вы вот такие лапапейсы, вяжете ли вы круглую кокетку, все ли у вас хорошо получается. Если что-то не получается, у меня на канале есть расчет круглой кокетки, есть схемы по вязанию вот такого красивого жаккарда. Жаккарда без протяжек. Если не умеете, ну, пробуйте пока с протяжками. Но, я думаю, вы научитесь вязать и так. А теперь посмотрим нашу семью.